was some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. So all of the saints locked the gates, I could not enter. But there was no answer, and now I know my heart is ghost town. My heart is a ghost town. In my dreams, all the machines had been disconnected. Time was worn on the wing, and all of my friends had been disaffected. Now I'm searching for trust in a city of rust, a city of vampires. Tonight, Elvis is dead, and everyone's breathing, and love is a certain. I know my heart is ghost town. My heart is a ghost town. My heart is ghost town. Things the world I'm gas leading. Don't give a damn if I go down, down, down. I got a voice in my heart that keeps eating. Всем большой привет! С вами Раиль Арсланов, и я только что исполнил песню Адама Ламберта Ghost Town. Если также хотите научиться играть эту песню, скорее подписываемся на мой музыкальный блог. Нужно всего лишь нажать на желтую кнопочку «Подписаться», или внизу под видео есть кнопка «Подписаться». А для тех, кто уже подписан, дорогие друзья, ждите, осталось чуть-чуть, и вы увидите, наконец-таки, полный разбор песни Адама Ламберта, которого, я думаю, в интернете еще и нет. Будет ссылочка на мой сайт arslanmusic.ru. Переходите туда, ссылочка в описании. И вот именно на этом сайте вы сможете найти и текст той песни, которую мы сегодня разбирали, и аккорды этой песни, и там стрелочки, и это самое видео, которое вы сейчас смотрите. То есть удобно открыть, смотреть на аккорды и сразу же петь под текст. Но это для тех, кто уже более продвинут, а кто еще не знает, как исполнять эту песню, кто еще не понял, потому как я каким боем играл, какие аккорды переставлял. Для вас специально, дорогие друзья, выпускаю разбор через пару дней на эту именно песню. Если у вас возникают вопросы по той или иной песне, по тем или иным фишкам на гитаре, не знаете, как что делать, я могу помочь вам разрешить вашу проблему посредством скайпа. Но об этом чуть подробнее ты можешь посмотреть на моем сайте arslanmusic.ru, еще раз напоминаю, новый мой сайт. И там уже мы посредством скайпа можем связаться и обговорить, исправить все ошибки, которые ты, может быть, и допускаешь в игре. Ставим лайки, если видос был крутым, кавер получился хорошим. Ждите разбора, комментируйте это видео, и до скорых встреч, пока!